преклоню колено у мраморной стены, у вечного огня. И многие, как я, склонятся непременно, ведь каждый, кто погиб, погиб из-за меня. Мы русские, и пусть навек запомнит враг, что лишь тогда встаем мы на колени, когда целуем русский флаг. Россия священная наша держава, Россия любимая наша страна. Слово предоставляется губернатору Забайкальского края Александру Михайловичу Осипову. С праздником, дорогие читенцы! С 9 мая, дорогие забайкальцы! Прекрасен, велик наш праздник с вами. К сожалению, радость его не полна, потому что огромное количество наших с вами земляков и соотечественников сегодня, как и в ту войну, сейчас находятся на фронте. И снова против нацистской гадины, снова против националистического высокомерия, которое ставит других ниже себя и не оставляет иным ничего, кроме как служить кому-то, а иногда не оставляет даже права на жизнь. Мы, каждый город, село, улица, дом, каждая семья и каждый забайкалец, переживаем и молимся за наших бойцов. Мы желаем им победы, чтобы радость наша была полна. Невозможно описать то значение, которое вносят и вносили в ту войну железные дороги в победу.